Всем привет, дорогие друзья! Совсем недавно я делал видеоролик, в котором рассказывал, как открыть автомобиль, если, допустим, брелок штатный разрядился и нет на ручке замочной скважины. Я показывал, как открыть колпачок, и под ней будет замочная скважина. Но многие ко мне в комментариях обратились с просьбой показать, где взять ключ, если у тебя только вот такой вот брелок. Допустим, тойотовский, как у меня, или вот Infiniti. Друзья мои, как раз тема сегодняшнего видеоролика именно об этом. Первым делом я покажу вам на Infiniti. Казалось бы, обычный брелок, пульт дистанционного управления с кнопочками открытия-закрытия. Где взять сам ключ, если у тебя только брелок? Снимаем, друзья мои, чехольчик. Вот здесь есть такая потайная сдвижная кнопочка. Сдвигаем вот эту кнопочку и тянем на себя ключик. Друзья мои, и вуаля, вот он ключ. Вот так вот достается ключ. Вынимаем отсюда ключ и вставляем в замочную скважину. Открываем нашу дверь. После чего благополучно вставляем его на место. Все, друзья, вот так просто. В каждом брелоке есть ключ. В тойотовском, видите, казалось бы, нету, да? А нет, друзья, вот кнопочка. Нажимаем вот так и вынимаем ключ. Вуаля, друзья, вот он наш ключик. Вставляем и открываем двери. На любом автомобиле, если у вас запускается двигатель кнопкой старт-стоп, обязательно есть брелоки, в которых непосредственно находится ключ. Ключ для того, чтобы аварийно можно было открыть дверь вашего автомобиля. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока.